Привет, дорогие друзья! Вот что будет, если обрезать листья, поврежденные листья у орхидеи. Через примерно 2 недели вырастают вот листочки. С дырочкой, правда, листочек получился, все растет. Так что не бойтесь, обрезайте, главное, не повредите вот здесь точку роста, вот здесь. Сбоку аккуратненько обрезайте. Желаю вам успехов. До новых встреч!